Все, вода закончилась. А, нет, заходим. Поищи фонтан. Hi. England. Вот получается, это улица, где родители ищут женихов. Вот объявления разные. Вот, допустим, 83-го года рождения. Бакалавр закончила. 1,63 рост. Живет в этом городе. Работа стабильная, открытая. Хороший характер. Родители уже на пенсии. Вообще. Что был муж, получается, с 82 по 78 год, где-то в этих пределах. Не женатый, чтобы, и не разведенный. И вот так вот собирается много людей и ищут жениха. Вот еще девушка 82 года. И вот очень много объявлений. Что-то в основном девушки. Вот 88 года. 82. Тут 91-го, 68 рост. Прикольно, конечно, ничего не скажешь. Они вот обмениваются фотографиями, контактами, вот телефоны, все есть. И так свидание устраивают. Жесть вообще. Женят молодых. Так, смотрим, думаю, что здесь в центре города практически пустые дома разрушены. Сносят просто, и что потом вот такие стоят. Не в этом понятно. О, пленка закрыли, чтобы не разбивалась пленка. И все, потом вот такие построили, и вообще все. А вон башенька. Perfect. Просто такой нормальный такой аппарат, да? Порш. Цвет прикольный. Ты по времени дружище. Дай сюда, Таня.
видно военный, да? Раскрашен. На этом так медленно на сотке смотри. Крутится задний пропеллер. А в реале он капец. Что, круто? Да. Понравилось? Очень. Поужинали, сейчас домой идем, отдыхать будем. Пока всем, спокойной ночи, всех обнимаю. Офигеть, желтый уровень дождя у нас. Ой, жесть.